Всем привет, ребят, меня зовут Супер Даня, и, короче, сегодня мы с Соней и с Таней будем смотреть. Короче, снимать. Таня и Наташа, ну, то есть крестная мама мне, это раньше, когда были помоложе. Здесь раньше было зеркало, огромное зеркало, и мы с Наташей чертили красной краской вот здесь лестницу и гадали. И когда... Мы вот свет здесь, света не было, включали, даже вот тут шторки задвинули. Тут мы «Пиковая дама» появились 3 раза, говорили. Вау, вообще посмотрите на чердак, ребята. Это было вечером. Да. Пожалуйста, не и надо. И тут начинало что-то спускаться, и мы это все так испугались, и мы убежали вниз. Ну, короче... Какие-то каблучки такие черненькие были. Вау. Это было 10 лет назад, да. Здесь было огромное зеркало. А мы маленькие были. Сколько вам было? По 17 лет нам было. Вау. Господи, я помню вот эта лестница, где все там сгоревшее. И там тоже, кстати, летучие мыши. И там еще привидений тоже достаточно. Нет, а вот это вот баб... Ребята, посмотрите, под этой лестницей можно попасть вон туда, в самый верх. И там... Да, когда бы с мамой... Нет, Соф, Сейчас мы с вами вообще посмотрим, что есть. Вам не сильно не хватит, я там рассказала. Как вы видите, тут есть мишка. И он стрёмный очень. Грязный. Я детей покидаю, дети. Туда. Вообще никуда идти? Стена? Нет. Все, стена. Вау. Здесь стол свет включил? Да, фу это, ты, что? Это летучая какая-то. А вот здесь стол свет включил. Это бабушка всегда свет оставляет. Да? Чтобы не было. Чтобы бабаек не было. Ребята, тут стрёмно вообще. Да не сценарий включи. Почему стрёмно? Мы, кстати, с Наташей, помню, выходим сюда на лестницу, а там стоит Вова. Ребята, мы сейчас что говорит? И мы так испугались, пипец, мы так заорали. Тише. Теперь самое главное, чтобы нас Саша не запалил. Вова вот здесь не застоял. А сколько мне было лет? Тихо, ребят. Я сейчас через камеру увижу, кто там. Ребят, не смотрите туда, я через камеру сейчас туда пошел. Чисто. Пиковая дама. Пиковая дама. Нас не заметили. Ух, ну что, на этом мы заканчиваем ролик. Там, оказывается, была пиковая дама. Может быть, мы сейчас еще раз поднимемся и посмотрим. Как думаешь, Соня? Да ну я опасалась, нет. Я там боюсь сама в туалет выйти в комнату, когда мы с бабой там ночуем. Оказывается, я вообще не знала про эту историю. Мне мама вообще не рассказывала то, что пиковую даму они вызывали стали. Каблучки, а ты знаешь что? Если спускаются каблучки, это значит, что пиковая дама сейчас в ярости. Давай-ка посмотрим, что там. Я легенду прочитала в телефоне. Я просто загуглила, что значит этот, как вызывать пиковую даму. И нашла, там прочитала. И последнее, если вы вызвали пиковую даму, и под ней случается не человек, не женщина, а черные каблучки, значит, пиковая дама в ярости. Ребят, короче, будет вас убивать. Ребят, короче, мы троим на 19-12. Пойдемте еще раз. Нет, я больше не пойду, Даня, я боюсь. А вдруг вам реально пиковая дама осталась жить? Она же в ярости, а после ярости, когда она не убивает никого, она там остается. И ждет, пока ждет свою забычу. Так что пойдем, пожалуйста. Ребята, если под этим роликом будет 300 лайков, то Даня к нам опять приедет, и мы поднимемся туда. А давайте лучше 50 лайков. Мой канал не сильно популярный, поэтому 50 лайков, а это все равно, что 70 тысяч для популярных ютуберов. Поэтому, ребята, если наберем 50 лайков, то мы пойдем туда и посмотрим на пиковую даму. Ну, а на этом мы заканчиваем ролик. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.